Здравствуйте. Я извиняюсь за такое неприличное начало моего выступления. Просто когда меня объявили, наверное, вы подумали, что я буду говорить о кино. А когда я подключил и сыграл, вы подумали, наверное, что я буду говорить о музыке. На самом деле я буду говорить о такой скучной вещи, как образование. Дело в том, что я вообще в кино и в музыке большой дилетант, а по профессии я учитель, сельский учитель, 5 лет работал. И потом, вот, в принципе, добился успеха благодаря своей как бы, наглости, наверное, в кино и в музыке. А вот об образовании я, наверное, буду говорить, приводя примеры из своей, как бы, своей жизни. Прежде чем начать, я просто хочу сказать о том, что сегодняшняя система образования, вообще мировая система образования, методология обучения практически никуда не годится. Она практически уже сгнила, и она требует к себе другого подхода, требует реформы. И один из примеров этого, я просто хочу, это было, вот как я обучался в музыке, после которой которая мне потом навредила, это в 1969 году я учился, пошел во второй класс, когда мы жили в селе Бакамбаево, и по селу пошел слух о том, что построили новую музыкальную школу, и все ребята стали идти, там кто-то на аккордеон, кто-то на скрипку, а вот мы вдвоем с нашего двора мы пошли и записались на пианино. И в принципе я делал успехи. Первый же месяц я выучил ноты, уже играл арпеджио. На второй месяц мы выучили какую-то пьесу Бетховена. Учительница была вообще без ума от меня. И она сказала, что вот на родительском собрании, на отчетном концерте, в конце четверти, что я буду выступать с этой пьесой, чтобы я пригласил своих родителей. Я пригласил их. Они были приятно удивлены, потому что они не знали, что я учусь в музыкальной школе. И вот наступил вот этот день, когда вот в углу стоял черное пианино. Мы сели вместе с учительницей. И произошла, в общем, такая заминка, когда я не смог найти ноту до. И я спросил Ежен, до своя халанды. Говорит, ай, мам, он дай трой, ой, не вер, он угоел. Говорю, джо, алду умес, жена, без ноху от конца вахта, бит карандаш мне джазл тимес пледы. То есть так получилось, что я обучался на пианине у нас в классе, в котором все белые клавиши были расписаны карандашом. До, ре, ми, фа, соль, си. И вся моя ориентация была направлена именно на эти карандаши, а не на клавиши. А поскольку в пьесе не было диезов, бемоля, то черные клавиши для меня отсутствовали. И когда я увидел абсолютно чистые белые клавиши, я не знал, где тут до вообще. И произошла такая ситуация, что я понял, что я эту пьесу вообще не сыграю. А учительница вообще бледнела, там зеленела, вставила мои руки, хотела, чтобы я все-таки начал играть. И я начал играть, но это я начал играть не пьесу Бетховена, а первую в своей жизни импровизацию на тему пьесы Бетховена. Я не помню, как называется эта пьеса, я, наверное, не смогу восстановить его, но примерно это звучало так. В
Причем учительница все время дергала моей рукой, ставила на нужные ноты. Я сопротивлялся и играл свое. И когда я встал, понимаете, зал разразился большими аплодисментами, учительница чуть не упала в обморок, а мои родители были счастливы. Они все говорили, что наш сын исполняет Бетховена. Но это был последний день в моей музыкальной школе, я больше туда не вернулся. Потому что мне было стыдно показаться на глаза учителю. Потом уже как бы в Минкуше я уже во дворе научился играть на гитаре, в ансамбле уже играл абсолютно без нот, играл на барабане. Поступил потом в Орский музыкальный факультет, в ОШПИ, где начал изучать опять пианино, опять бросил из-за кино, потому что я сказал, что я музыкой заниматься не буду, я буду делать кино. Но с этим опять столкнулся уже ровно через 24 года после вот этого моего первого концерта. Это был Амстердамский международный фестиваль документальных фильмов в 1994 году, где попала моя первая картина «Менпири Малмамбет». И союз только что разрушился, но вот все СНГовские, мы очень как-то вот тесно были связаны друг с другом. И вот мы собрались в одну кафешку такую маленькую, дешевую. И чтобы не тратиться деньги на заказ спиртного, каждый выставил то, что он с собой привез. Это было и молдавское вино, по-моему, украинская горилка, грузинская чача, русская водка. Я взял с собой кыргызский коньяк. Я не злоупотребляю спиртным и много не пью, но дело в том, что нужно было и отведать хотя бы по 50 грамм из того, с третьего. Тут так получилось, что я помню только момент своей отключки. Это как в кино такой, экран закрывается. И, в принципе, я дальше ничего не помню, но помню, как экран открывался. И вот, когда экран открылся, я обнаружил себя сидящим за огромным черным роялем в огромном амстердамском каком-то ресторане. И все посетители стояли вокруг меня. И я, уже отрезвев, произнес фразу «Raining in Amsterdam» и начал играть. Начал играть, очень хорошая была музыка. Так, была кульминация, дождь шел, в общем-то, потом закончился. Я встал, и было огромное аплодисменты, мне стало стыдно за то, что я раскрылся в том, что я немножко, ну, как бы связан с музыкой. То, что я действительно до последнего времени никогда не говорил, что я когда-то был музыкантом, что у меня есть какие-то вот навыки, хотя ноты до сих пор по нотам читать не умею. И когда я стал уходить скорее оттуда, то за мной увязался один голландец. И начал восхищаться, говорит: «Oh, so beautiful music, it's very emotional jazz. Please, I recorded it, can you repeat it tomorrow?» Я говорю: «No, no, it's mistake, it's no music, I don't know». Он шел за мной, я уже уходил, я уже все, я уже уходил. И когда я уже уходил, он крикнул вслед: «I give you $100». Блин. Я же сжег уже все свои мосты, я уже уходил уже. И он сказал в последний момент. А вернуться и сказать: «Окей, let's tomorrow I can repeat», это ниже моего достоинства. Вообще, ниже, в общем, как бы сказать, это было вообще ужасно. Я не мог этого сделать. Но мысли как бы автоматически считали, $100, это в то время было 1 к 10, 10 тысяч сомов. Это я 3 месяца мог кормить свою семью дома. И подумал: а что я теряю вообще? Ну,
принципе, отбарабанить на клавишах, что тебе придет в голову, и получить $100. Я повернулся, пришел к нему. Говорю, how you cannot understand? I'm not musical. It's mistake. But if you so ask me. То есть, если ты так просишь, хорошо, давай завтра встретимся, я это повторю. В общем, я попытался повторить, я что-то сыграл, он мне дал $100, обязательно почему-то заставил подписать меня эту бумагу, где я написал, что да, я такой-то, получил $100, но сделал это цифрами, не прописью, я потом подумал, что он, наверное, потом на мне заработал 900 с нулем. Но это не важно, главное то, что я хочу сказать сегодня, то есть об образовании. Образование, оно, знаете, обращается с людьми, как с компьютером. Сегодня учитель, сегодня профессор, сегодня преподаватель, он пытается вложить некую программу в наши мозги и по одному клику, чтобы этот компьютер опять выдал то же самое, что он говорил на лекциях или на занятиях. Но, к сожалению, идет сбой, вот как со случаем с Бабуром. Когда, то есть компьютер не всегда работает, а работает нечто другое. И очень часто люди достигают успехов вопреки вот системе нашего образования, вопреки тому, чему нас учат. И специалист, который получает в университете красный диплом, он заново обучается уже на производстве. Он, ему никогда не доверяют ни одну ответственную должность, потому что он знает, что этот человек ничего не знает. И по этой причине, я просто вот изучая некоторую религиозную философию, я понял, что современное общество рассматривает человека как двухкомпонентное существо, то есть его тело, которое функционирует благодаря кровообращению, сердцу, почкам и так далее, и его как бы мозгу, который в принципе получает определенную информацию, потом отдает команду, и он идет выживать в этой жизни. Я считаю, что, ну, как бы, я думаю, многие из вас считают, что на самом деле человек трехкомпонентное существо. Оно состоит из тела, оно состоит из разума и оно состоит из души. Вот именно душа-то является тем, что мы называем человеком. То есть мы сами являемся душой. Я есть душа. Я – это тот центр управления мозгом, центр управления телом, который достигает успехов, который ставит планы. И то, что я привел какие-то примеры, то вот именно первый концерт показал, что та программа, которая в меня вложена была, она была запрограммирована вот в другой системе координат. И когда я получил совершенно другую ситуацию, то я понял, что это не работает. И тогда команду на себя принял я сам и сыграл вот эту импровизацию. И после этого, в общем, в жизни у меня сплошная импровизация. И вот сейчас я просто попытаюсь исполнить тот же «Raining in Amsterdam». Спасибо за аванс, потому что я не гарантирую вам высокого эстетического удовольствия. Дело в том, что это произведение, его как бы не существует. Существует его название. А оно каждый раз рождается вот в момент... момент исполнения. Это тоже импровизация? Amsterdam.